Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Хочу напомнить вам, друзья, о кране Фауст Крипто. Может, кто подзабыл, он до сих пор работает, платит, все замечательно. Значит, у нас здесь появилась ПТС, одна рекламка. Я же здесь вот одну рекламку просматриваю и вот кран. В этом же видео я хочу поставить на вывод криптомонеты. Здесь очень много криптомонет. Ну вот рекламка у нас как бы такая незначительная. Я сейчас опущусь. Идет вот отсчет времени. Сейчас разгадаем капчу. И поставлю монетки на вывод. Грузит у меня долго страница. Нажимаю GetRever. Бывает капча выпадает. И все. Вот зелененьким в правом нижнем углу загорелось. Мне начислились монеты. Мы здесь зарабатываем в коинах. Коинс. Коины. Они преобразуются в сатоши здесь. Баланс у меня 980 коинов, это 263 сатоши. Значит, ну и одна ПТС, уже не буду затягивать видео. Тут информацию почитайте, краткое видео, кто не знает, у меня есть на канале. Я же хочу вывести, нажимаем вот здесь вкладочку WinDraw. Нас перебрасывает на страничку. И здесь у нас очень много криптомонет. Посмотрите, ETHRX. Так. И вот как коин. Какой-то коин. Потом биткоин. Биткоин кэш. Вот очень много. Только обращайте внимание, куда вы выводите. Вот. Это на прямой кошелек, значит. Так, по-моему. Так. Экспресс крипто, он работает с экспресс криптом и прямой кошелек. Я же буду, посмотрите, сколько здесь монет. Очень много. Я буду выводить на свой кошелек криптомонету Zen. Нажимаю WinDraw. Так, сюда Wallet ID адрес я вставляю свой. Так, здесь у меня монетки. Вот 980 коинов. Это у меня будет. Так, минимум 250 тут как бы написан. И вот столько у меня получится за 0.23 монеты. Разгадываю капчу. Так, 7, это 7. 4, 3. Нажимаю WinDraw. Все, видите, зелененьким загорелось. Вот в правом нижнем углу у меня монетки мои вывелись. Так, возвращаюсь. У меня баланс обнулился. Все у меня по нулям. Так, где мой кошелек? Вот мой кошелек. Как долго они пойдут, сказать пока не могу. Так. Так, это 3 нуля, это не то. Это мои все монетки я здесь собираю, поставлю на паузу и подожду. И минуты не прошло, как монеты мои поступили на кошелек. Вот в пейдинге они стоят. 0.2023 монеты. Что совсем даже и неплохо. Вот уже пейдинг прошел, 2 минуты назад показывает. Вот такой вот кран. Кто подзабыл, вспоминаем, собираем, выводим. Я ПТС-ку пока на паузе было просмотрела. Вот у меня капнуло 3 сатоши. Это 12 коинс монет. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.